Уважаемый Олег Николаевич, Приморская организация «Матери России» просит вас рассмотреть вопрос о переносе начала учебного года в образовательных организациях края с 1 сентября на 11 сентября. Мы видим, что лето в этом году довольно сложное, по ряду районов вообще не было. То есть дети не получили заслуженный отдых. Вместе с тем у нас всегда сентябрь позволял прекрасно провести время. Это самая лучшая пора, наверное, когда уже нет ни тайфуна, ни дождей, как правило. Вот, продолжает сохраняться теплая погода. Вода в этом году в море, вы видите, за счет, наверное, изменений всевозможных природных явлений весьма-весьма теплая. Поэтому давайте, если это поддержит все, то в принципе, я так считаю, что я вообще был за то, чтобы начинать учебный год с 15 сентября. Вот, то есть, как наверстать эту программу в течение года, это уже вопрос, конечно, к системе образования. Но как предложение оно довольно хорошее. Давайте попробуем в этом году, если получится, то, может, введем эту практику. Да. Спасибо.